Около 50 работ в технике живопись, а также предметы декоративно-прикладного искусства представил в нашем городе художник из Темиртау. В Музее изобразительного искусства открылась выставка Анатолия Эльмаирова. Его вернисаж вызвал большой интерес у ценителей. Чем их поразили работы мастера, узнавала Алина Акбаева. Впервые в областном музее изобразительного искусства проходит вернисаж картин художника Анатолия Эльмаирова. Он родился в Кемеровской области. С детства любил рисовать портреты сверстников. Делал различные фигуры и каркасы из проволоки и лампочек. Выставка его картин называется «Счастливое детство». Раньше резьба нравилась, я очень много училась. Вон, видите, там маски у меня тут, и шкатулки там, и, ну, есть такие вот резьба по дереву, многим нравится. А сейчас я большинство кинулся вот в живопись, как говорится. Наверное, во мне что-то проснулось, недоделанное в детстве, недоделанное в таком зрелом возрасте, а под старость что-то меня кинуло на эту живопись. Вот они все. Ну, это, я раньше где-то... лет 15 назад написал эту. Я вот эту тему делал в резьбе, в пивной бар, помню. Если кто-то жил, пивной бар был на 119. Ну, всем хвалили, все хвалили. Вот только в резьбе только я делал. Решил сейчас произвести в живописи. Поэтому они как полурезьба и такой, знаешь, необычный стиль работы. Анатолий Эльмаиров 17 лет начал выставляться в музеях России. В Темиртау он приехал в 1965 году молодым специалистом на казахстанскую магнитку. Работал технологом, но желание творить никогда не покидало его. Сейчас художнику 76 лет, и он основательно занимается творчеством, особенно живописью. Сегодня на выставке представлено 48 работ, которые поражают интересная техника написания. Картина написана очень стилистически интересной, какая-то есть мистика. А есть такое, начиная от детских таких вот наивных чувств до таких серьезных картин, как «Джоконда», «Свидание». Вот. Очень интересные работы, тем более он самодеятельный, нигде не учился, а сам писал картины. Выставка в областном музее изобразительного искусства продлится до 24 января. Жители и гости города могут увидеть и оценить работы темиртауского художника. Алина Акбаева, Рустам Бараев, Никита Косых, 5 канал.